Заехали сюда. Стекло, смотри, стекло. Опасно, но попробуй. О, молодец. Ну, подцепила. Капец. Немного есть стекло. Давай вот. Думаю, да. Она, смотри, проворачивает. Хорошо. О. Ах ты! Он спал со стекла и взял его. О, хорошо, прям попало. Че? Сейчас будет опасно. Ну, опасно со стеклом. О, хорошо, мы молодец. Че такое? Че за бомб? Да не, хорошо вроде. Я думала, он повезет сейчас. Это, да. Это, походу, Лала Фанфа. Это Лала Фанфа. Да. А, ты, это пес Лала Фанфа. Это пес Лала Фанфа. Ну, на капель. Вот, очень милый. Во. Ты что? Что это такое? Шайтан машин. Не сполз, просто попал. Все, последний. А, нет? Ну, повез бы, он бы повез. Хорошо. Хорошо, прям прекрасно. Почему не забросили? Мне кажется, там да не. Вот. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Жестко. За середину бери, значит. Я боялась за стекло. Он не хочет где-то его в лунку бросать. Я ничего не думаю. Ах ты, видишь. А, неудобная просто. Она неудобная. Да когда, нет. Когда я познакомилась, вот это. Вот она, походу. Так хорошо взял. Ты вези. Всегда. Она милашка. Все, забирай. Она такая клевая. Это Пикачу и собака Лала Фанфан. Вот такая. Давай. Вот, подцепил, должен.
попала, потому что... Чел. Ура! Мы не расстраивались. Бон. Это чтобы мы не расстраивались. Оп, и еще кого-то. На Пикачу. Ну, матрешка? Нет. Вообще. Вот такой лов. Так, заглянули сюда, а здесь откопалась вот такая игрушка. Стекло там видно. Это вроде скейпоп, но я не шарю. Ты что? Надо наводить, это ближе к этому. К стеклу. Конечно, тут от игрушки Вова, сейчас хорошо, две в ту сторону и одна сюда. Так, посмотри, чтобы в лунку не попала. Попадает. Попадает в лунку? Вот так не попадает. Ну, она съедет? Да. Так, теперь там равняй, чтобы она ее захватила, да? Да. Вот, да. Хотя бы так. Так, ну, она хорошо. Не берется, поэтому, ну, видишь, какая. Вот сейчас хорошо клешня. Только от лунки далеко не уходи, дочь. Смотри, пожалуйста. Она не возьмет так. Она сползет, зай. А ты не помнишь, куда она крутилась, в какую сторону? Возьми еще чуть-чуть к лунке. Она может очень в лунку сильно пойти. Что делать? Но она крутится. Пробуй. Она сейчас запоминает, куда. Видишь, она в сторону лунки крутится. Я не знаю, куда я на эту игрушку. Очень найти. Плохо клешня. Вот сейчас получше. И игрушка плохо. Плохая игрушка, да. И... Для захвата. Туда к лунке. Не должно. А? Не должно в лунку попасть. Не должно? А теперь должно. Да? А сейчас? Ну, риск. Пробуй. Давай. Плохо клешня. Видишь, не все хочу. Разы плохо. Не, он не берет. Не хочу уже. Можешь ты попробовать? Давай. Я... На, снимай. Ой-ой-ой. Сейчас будем пробовать. Видишь, из-за того, что она близко к лунке. Очень близко. Тебе надо ее пробовать. Так, я в лунку не попадаю? Не, на эта игрушка нужна. Это вроде из кей-попа, да? Но это должно из кей-попа быть. Смотри, сейчас. Ну, не должно попасть в лунку. Не должно? Не должно. Ты в ухо зато попала. Она еще не засадила его. И не надо засаживать. Надо его в лунку кидать. Сейчас смотри. Ну, на себя можно. Так. О, давай. Ай, ах ты! Выбросил. Так хорошо попала. Ну, хорошо. Сейчас лучше будет мешать. Сильная, еще такая. Мне нужна была эта игрушка, мама. Засохли. Смотри, ты какой. Достала эту игрушку, которую ты какой я хотела. Заяц. Ну, ты знаешь. Это вроде из кей-попа. Так. Но я не шарю за кей-поп. Две попытки. Если вот тут в эту зайку попасть. Можешь не попытаться. Не помешает эта чебурашка? Не знаю. Так, вот этот котик. Не, ну ты вообще еще бы в другом бы конце выбрала бы свет. И вот Китти. Там просто куча чебурашки. Китти пробуй. Китти, да? Да. Давай. А, да, конечно. Угу. Он ее вышвырнул. Вот эту собачку еще можно было раскачивать. Это вообще коробка. Коробка. И вот это мне нравится, зайка. Ну, ухо мешает чебураш. Ну, попытайся один раз. Последнюю попытку. Да. Так, смотри. Не в лунке. Не помешало бы. Не все. Помешало. Мы рады? Ну да. Я очень рада. Толстячок.